Люди, я не знаю, как мы снесли каскад этих репрессивных законов, которые наша нелегитимная дума метала со скоростью, с которой размножаются кролики. Как мы снесли эти серии законов? Серии эти закончились абсолютно подлым, абсолютно людоедским законом. Я не знаю, это закон, это поправка к закону. Что это такое? Ну, в общем, установка, как нам жить. Называется сиротский закон. Но прелесть еще в чем? И ужас, что к нему прибавлялась как такой дополнительная такая тяжесть, что наша патриархия выхлопотала сразу же для этих сирот кладбище. Вот для тех, которые будут умирать, их тут же будут закапывать, место есть. Им надо было промолчать с этой своей инициативой. Надо было промолчать. Конечно, хорошо, когда есть где хоронить. Не дай бог куда-то еще вывозить. На помойку, что ли? Я не знаю. Страшная история произошла. Самые беззащитные, самые ничьи. Вот эти детки, еще когда они рождаются не очень здоровыми, они никому не нужны. Они не нужны государству, сколько бы оно ни кричало, какие деньги оно им даст. Страшные деньги нужны, чтобы одного инвалида лечить и дать ему какой-то хороший жизненный уровень, качество жизни. Это сумасшедшие деньги, если кто в этом понимает. И никогда государство их не даст. Тем более, что их у нас очень много. Мы, люди, как-то перед Богом страшно провинились. Поэтому рождаются больные детки. От них отказываются родители. От них отказалось государство. Ну вот есть люди, которые могут им помочь. У них есть эти возможности. Не у всех, но там есть семьи в Америке. И надо ж было в защиту каких-то воров, которые сперли у государства 5,5 миллиардов. И вот это они получили ордена за то, что они урыли Магнитского через год, в годовщину его смерти. Они получили ордена. У них есть недвижимость потрясающая, которую они купили на эти деньги. И вот месть за этих наших коррупционеров, месть в адрес наших сирот. Как это получается? За какой-то бумеранг, который кидают врагу, а попадает в тебя. Произошла страшная вещь. Страшная вещь. Мне кажется, мы не должны это стерпеть. Иначе мы рабы, действительно, уже которым нет прощения. Стерпеть это кладбище, куда они хотят закапывать этих детей, которых они лишили последнего шанса. Где милосердие? Кощунство есть, нет милосердия. Месть есть, нет милосердия. Стоят тут на Рождество с такими постными лицами, молятся, крестятся, а пощады детям нету. Надо выходить. Нельзя молчать. Промолчи, промолчи, попадешь в палачи. Все. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей за роспуск Госдумы.